Спасибо огромное. Хорошего дня. Задача здесь доделать мебель, еще докупить оборудование. Мы еще не начали печь круассаны. Наши хохлядские реально вкусно. Начали печь блины, но это было на большой блиннице. После этого мы открыли маленький магазинчик. Есть, я говорю, такое понятие – сила семьи у нас. Мы держимся вместе, и если кому-то у нас становится плохо, печально, то все остальные его поддерживают. Жить я там, наверное, не смогу, но мне очень хочется туда вернуться, очень.